Путин по озвученной Си Цзиньпином указанию с трибуны третьего симпозиума на тему поиска и пути вместе с международным сообществом способствовать высококачественному сотрудничеству в рамках поиска и пути, прилагать неустанные усилия для улучшения сотрудничества по уровню эффективности, качества и стрессоустойчивости, чтобы поиск и пути стал поясом всеобщего развития и путем к счастливой жизни народов разных стран мира.